Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У меня потерялись 4 ролика, так оказались они есть, а ничего в них нету. Видимо, модем отключился, и она не записалась. А оригинал, который прямо с записи, я их сразу выбросил. Я вот сегодня восстанавливаю, как могу. Вот. Сейчас у меня на кону вот этот вот. Номер 1120, события дня, Псалом 24:19. Посмотрите на врагов моих, какой лютой ненавистью они ненавидят меня за 9 января 2019 года. Ну, а теперь я смотрю в архивах, что на эти дни. Вот 9 как раз, Дмитрий. Так. Добавлю, что одна из причин депрессии – городская жизнь, совокупная с отсутствием физического труда. Красивая городская жизнь навязана нам в сердце массовой информации писателями-безбожниками. Роман, к Антихристу мы движемся по протоколам и по радостной новости о том, что придет Иисус Христос, слава Ему, который будет судить Антихриста и весь мир и вместе с нами. И таким образом праведники навсегда будут избавлены от общения с грешниками. Сергей Евтушенко. Старокатолицизм. Это группа западных, и дальше пояснение. Прочитайте это. Когда этот термин был впервые взятый? Ну, вот из интернета все берет. Тоже практикует рукоположение женщин священной, сан и благословение однополых браков. Ужасно. Ужасно. Я-то думал, что старокатолики, там папы отошли. Ольга. Зубок чеснока разрезать поперек срезом в ушную раковину, чтобы не было ожога. Ватой закрепить. Головная боль, горло, насморк вирусного простудного характера излечивается при помощи данного природного антибиотика. Помоги болящим, Господи. Роман. В ухо провалится чеснок. Как выковыривать? Наплевать и забыть в ухе его. Ольга, нужно подобрать соответствующий зубок чеснока. С молитвой и рассуждением приступать к действию. На себе проверено и не раз. Роман, таинство еще скажите. Вот тут события дня. Как? День погибели. Ой, Наталья, говорит, опередила. Этот Максим мне, честно сказать, не понравился от того, где беседует о причастии, о войне, как зацикленный хочет оправдать ложь. Ксения Юрьевна, ничего не бывает. Максим Степаненко обвинял ИТФ в прелести вопрос, Дмитрий Лемеш. Так что, Дмитрий, если мы кого-то обрещим или выговор сделаем, если узнают, что мы духовные дети Игнатия Тихоновича, то получается, все мы в прелести и в гордости, и судим всех подряд. Дмитрий, для меня все сторонники психологии и прочей чуши – обыкновенные шарлатаны, гримирующиеся под лекарей, ряженые врачи. Уже достаточно только одного, что любой психолог в своей практике практикует сеансы гипноза и прочее. Сатанинской мерзости вылечить душу под силу только Богу. Наталья, рассказать радостную новость можно любому. И нужно всем рассказывать по любви ко всем и к Богу, слава Ему. Кого нам более слушать, Бога или человеков? Апостол Роман Проликов. Но и не перед всеми бросать бисер. Также и Сергей знает, кому и как сказать. Не всем подряд, к примеру. Зачем говорить мусульманам, которые начинают хулить Бога нашего? Или буддистам, или атеистам? Тут Роман с вами не согласна. Вы будете нарываться на таких людей, которые будут хулить Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Вы обратите внимание, беседа, где и как и кому говорит ИТЭ. Христос одним говорит притчами, другим разъяснял сказанное. Дмитрий, я просто ушам и глазам поверить не могу. Наталья, я смотрела его беседы с ИТЭ. Для меня даже не удивительно. Все-таки зараза МП, какой бы ни был хороший, как будто с молоком матери их учат антибиблейской истине. Он и там, в Потеряевке, видно, что не согласен с ИТЭ. Это реальный мир, в котором мы живем.
так если прокрутить рулетку по всему миру, так и спать не сможешь. Эти люди все в интернете, и система вычисляет категории людей нужных и ненужных. Ужас! Даже говорить нормально не могут. Один мат и папироса. Дмитрий Лемеш. Да, как будто в ад Сергея спускается. Это с разными... Чат такой есть, рулетка. Сергей Козлов с ними разговаривает. Елена Павлова. Второй раз смотрю ролик с Сергеем. Это ужас. Ужасный. Ад кромешный. И опять мусульмане только спросили его, ему, кто помогает. И есть ли друзья, Господи помилуй. То есть мусульмане лучше выглядят-то. Вот. Дальше-то я восстановить не могу, какие были события конкретные в этот день, что было, ну, просто нет. И показываю всегда ресурсы наши. Ну, ресурсы, так это я сейчас могу показать, что у нас здесь. Это у меня мой мир, вот, потом этот форум православный, ну, а потом наш большой православный видеоканал. И во свете Библии православный библейский сайт. Это я тоже мог бы расширить, показать. Ну ладно, уже на то время пришло. Все, пока.